Девчонки, привет! На фоне замка Шантии в Северной Франции очень хорошо будут смотреться минералы из Индии. Мне так кажется. Маргошка мне прислала серию фотографий. Она сейчас там гуляла с подругой. И я решила, что на фоне вот этого замка замечательного нам очень даже хорошо будут смотреться украшения. Вот. Маргоша уже, конечно же, в комментарии объяснит, что это за замок и все его интересности. А я вам покажу немножко америкашу. Значит, во-первых, я решила начать с кулона Цоизит, которого никогда еще раньше не было в моем показе. Я никогда не видела у америкаши Цоизит и никогда его, собственно, не держала в руках. Это, можно сказать, мой первый раз. Очень интересно, похоже немножко на какую-то такую эмаль даже. Цоизит — это силикат. Силикат, сейчас вам скажу, алюминий и кальций. Но, соответственно, зеленый цвет — это трехвалентное железо. И по этому поводу такой фисташковый классный оттенок. А посредине вот эта вот замечательная красная плямба — это не что иное, как рубин. Так что, девчонки, кулончик знатный. Цена у него недорогая относительно такой красоты, $42. И я жутко люблю вот эти вот точечки, которые мне напоминают штурвал корабля, почему-то вот морская тематика. А еще знали ли вы, что цоизит — это и есть танзанит? Только танзанит — это гемологическое название цоизита синего цвета, который добывается в Танзании. Я, если честно, признаюсь вам, я этого не знала и была в крайнем удивлении, когда обнаружила этот факт. А вот, кстати, танзанит, если мы уже это обсуждаем. Вот видите, как интересно. Это один и тот же минерал. Вот такой прикол. Так, $42. Цоизит с рубиновой такой классной плямбой посередине. Уходит с аллеи Шантии. И дает нам место танзаниту, который, как вы уже поняли, цоизит только синий. И внизу лазурит. По-моему, очень хорошо смотрится. Обожаю эту прослойку в виде оксидированного такого канала. Классненький кулон. $43 его цена. И я вам хочу показать. Остался с прошлых показов у меня здесь почему-то и от чего-то. Осталось кольцо танзанит, который никто не забрал. И, может быть, сейчас это покажется вам довольно уместным в качестве, как бы, даже комплекта, потому как это кусковой танзанит, это такой кусковой танзанит. Это очень здорово может, мне кажется, сочетаться вместе. Это $43. Вот, девчонки, вот этот вот танзанит, я за него хочу $37. Это 17 размер. Так, если мы уже говорили про лазурит, поскольку еще раз хочу вам показать, в этом кулоне присутствует также и лазурит, кроме танзанита, то я вам хочу показать кольцо. Оно мне безумно понравилось. И я заказала такую модель с несколькими вставками. В данном случае у нас вставка лазурит и посередине губчатый коралл. Мне кажется, что лазурит с кораллом очень хорошо сочетается. Вообще лазурит, бирюза и коралл — это вот трое, такая троица, которая классно сочетается что-то с чем-то. Например, лазурит коралл или бирюза коралл. Вот как-то мне очень нравится. Вот такое кольцо на второй палец. Очень тонкая шинка, значит, удобно очень садиться. Мне кажется, что это очень и очень хорошее приобретение может быть. $43. И размер у нас будет... Я вам даже скажу, какой. 19,4 миллиметра. Нет, да, 19,2. 19,2 миллиметра. Ну, оно и понятно. Вот так вот. Неплохо так будет смотреться на втором пальце. Так. Чем еще вас порадовать? У нас, в отличие от вчерашнего видео, будут разные камни. Так получилось. Вот, например, есть такой кулон
голубые топазы, лунные камни и ларимар посередине. Вот такая вот бляшка, медальончик. Ларимар, разумеется, натуральный. Здесь немножко зеленца есть внизу. Сверху иризация белых вот этих вот крылышков. Ну и сам, как вы видите, лунный камень очень красиво иризирует. Голубой топаз не облагороженный, то есть видно, что он довольно светлый. Вот, по-моему, очень такое прикольное изобретение. Вот, $45. Ну, то есть вы видите, здесь 6 голубых топазов, здесь 5 лунников необработанных, таких, но гладких. И ларимар. Надеюсь, что кого-то заинтересует такой прикольный кулончик. Так, дальше у меня обнаружился здесь кианит квадратной формы. Размер довольно большой. Кианиты, они очень проблемные в шлифовке, они очень слоистые. И эти слоя очень трудно оставлять на поверхности, когда вы камень пытаетесь загладить все углы и отполировать. Я думаю, это 9 размер, $40 его цена. 18,7 он. Но он не маломерит. Такой квадратненький. Хорошо на фоне неба смотрится. Так. Дальше хочу я вам показать, ребята, есть замечательный эвдиалит. Написано, что это месторождение Россия. Кстати, они не только в России добываются, несмотря на то, что считается, что эвдиалит он российский камень. Я не знаю, насколько сейчас освещение подходящее и видно всю его красоту, а камень действительно очень красивый. Размер, пожалуй, это, наверное, 9. Нет, это 18. Странно, как же у меня на второй палец. Видать, очень даже не маломерит эвдиалит. И у меня есть вам возможность предложить серьги с цитрином, эвдиалит с висюльками. За $45 натуральный цитрин, и капли, и граненый, и кабошоном. Но это гвоздики. Вот такой эвдиалитовый сет получается. Так, еще хочу вам показать два одинаковых кольца с разными вставками. Лунный камень шляпкой. Смотрите, на 17 размер. Очень красивый камень сам по себе. С шикарным свечением. Цена $42. Все-таки я, наверное, промерю. 17 ровно. И такой же фасон обрамления камня, но лабрадор, он будет покрупнее и подороже чуть-чуть, но тоже шляпка. И, девчонки, я вам честно скажу, оно должно было быть во вчерашнем видео, я просто его забыла про него. Это $45, смотрите, какая красота. Тоже шляпка, видите, этот чуть-чуть меньше по размеру, этот крупнее. И размер больше. Давайте посмотрим, сколько эта шляпка стоит. 18,1, $45. Очень красивый синий оттенок. Такой голубой, больше даже. Еще у меня есть очень маленький, хорошенький, миленький кулончик с турмалинами. Он маленький, но очень такой карамелька такая.
Сейчас я вам увеличу. Вот турмалинчики. $37. Он небольшой, как вы видите, относительно моих пальцев, но очень такой хорошенький турмалиновый кулончик. Из интересности у меня есть ореховая яшма. Что такое ореховая яшма? Мне так было интересно, что я взяла и, конечно, не смогла мимо пройти. Вот она, ореховая яшма. И кольцо, кстати, очень прикольной формы. Цена его $38. Смотрите, какое оно хорошенькое. Я так думаю, что это 18 размер. Франца трясение произошло. Вот он. Тоже, видите, вокруг есть такая оксидированная канавка. Ну, такой хорошенький. Так. Дальше у меня для вас принит. Принит серьги. Я знаю, девчонки просили серьги побольше. Я вот на следующий раз постараюсь там побольше серег отложить. Но он не очень любит делать серьги. У него лучше происходит все это дело с кольцами и с кулонами, потому что по одному камню не надо парности. Смотрите, за $45 очень классные серьги. Есть возможность поменять на швензу украинскую. Но мне кажется, они и так очень красивые. Но это как бы как кому нравится, принитовые серьги. И я вам хочу напомнить, что у меня еще остался принитовый кулон, который почему-то никто не взял, а он хорошенький очень, за $39. Приниты я люблю, серьги очень красивые. Так, следующее, что я вижу из интересных вещей, это как вам такая идея: чароид, аметист и жемчуг вместе. Смотрите, вот такой вот интересный сбор, $40. Тут у нас натуральный жемчуг, аметист граненый, аметист граненый кубиком таким, и вот кабошон чароида. Все это натуральное, и все это очень, по-моему, классно сочетается вместе. Размер этого дела 17,1. Вот, и самое последнее, что я вам хочу показать из новинок. И, может быть, я немножко вам повторяшек покажу. Это аквамарин, опять же, круглый. Он, правда, 17 размера, не такой аквамарин, как был в прошлый раз. Вот, смотрите, он такой немножко полупрозрачный, по-моему, очень красивый. $42. Сейчас в Шаблюль тоже пришли аквамарины зеленоватые. Вот я жду, мне очень интересно посмотреть, как они наяву выглядят. Видите, он полупрозрачненький. Вот, это что касается новинок, то, чего первый раз я вам показываю. А сейчас, если вы разрешите, я вам немножко покажу вещи, которые до сих пор еще у меня. Ну вот, например, за $40 вот эти вот замечательные, на мой взгляд, серьги. Я даже уже начинаю склоняться к мысли, что я их оставлю себе, не знаю, они очень классные, непонятно, почему их никто не хочет взять. Лунный камень
и граненые аметисты. Смотрится вот на фоне шантии очень даже как-то вот по-королевски. Французский, не французский, а, пардон, пин, то есть гвоздик. Вот такие красивенькие, эклектика такая. А, девчонки, пардон, есть у меня еще один кулон, который я вам не показала, тоже в новинку. Это мукаит или австралийская яшма. Ты опять вылезла? До свидания, Алиса. Алиса, что ты Если что, хочешь? я рядом. Если что, ты рядом? Спасибо большое, обязательно, обязательно. До свидания. Алиса, спокойной ночи. Доброй ночи. Ужас какой-то. Жуткая Алиса, она меня пугает. Особенно, когда я сижу ночью, вам пакую в тишине посылки, вдруг она как скажет что-нибудь. Так, ребята, итак, мукаит, австралийская яшма, брекчия. Что такое брекчия? Есть конгломерат, есть брекчия. Брекчия – это когда вкрапление породы углами и кусками. Видите? Угловатая, а конгломерат это когда все такое гладенькое, все одно переливается в другое. Вот это вот брекчия. Вообще самые жуткие названия, мне кажется, это, конечно же, геологические. Вот здесь вот чуть-чуть я вижу, как, видите, как не сильно полировано тут в уголочке. Вот, очень красивая яшма. Она, кстати, довольно недорогая. Она всего лишь 38 долларов. Мукаит. Очень крупный. И, по-моему, довольно-таки, считай, в коллекцию было бы неплохо такую штучку. Но, опять же, это как вам нравится. Так, ребят, ну вот теперь насчет повторяшек. Осталась у меня до сих пор яшма океаническая, очень красивая. Видите, вот буквально полупрозрачные такие кристаллы. По-моему, тоже довольно-таки было бы неплохо. Вот кто коллекционирует минералы, такую вещь себе займеть, по-моему, очень даже здорово. Еще хотела бы я спросить о судьбе вот этого кольца. Его откладывали уже, по-моему, 3 раза. Это кварц волосатик или рутиловый кварц с вкраплениями рутила. Изумительного качества. Очень красивый, прозрачный. Смотрите, какое кольцо шикарное. По какой-то странности все время его откладывают, потом не забирают. И мне это совершенно обидно, потому как кольцо действительно довольно-таки знатное. 9-й размер. Вот, 40 долларов. А может даже не 9, может даже и больше. Сейчас глянем. 19,3. Чуть-чуть побольше будет. Вот. Еще у меня остался капелькой за 37 долларов. Очень красивенький аквамарин. Зеленоватый такой. Просто он на фоне тех двух более крупных аквамаринов потерялся. Но он тоже очень милый, очень хороший. За 40 долларов у меня лежит вот такой ларимар с двумя ларимарчиками поменьше по бокам. Тоже, по-моему, очень красивое кольцо. Кунцит неограненный также остался у нас, тоже как-то никто его не захотел, хотя он, в принципе, довольно достоин внимания. Очень красивый кусочек минерала такой. Видите, как красиво играет. У меня тут ноготь, блин, поломался, как назло. Извиняюсь за такой вид брутальный. Так, девчонки, апатит остался у нас. И, кстати, есть шаблюлевские апатитовые серьги. Я также показывала. Также никто не забрал.
Лунные камни несколько штук. Один у нас с такой мордочкой вырезанной. И один вот такой красивенький, овальный. Тоже в продажу. Так, что еще интересно? Розовый опал с гранатами и белым кварцем, или как мы называем горный хрусталь, почему-то тоже он еще он лежит, стоит, висит, лежит в Инстаграме у меня. Девчонки, заходите в Инстаграм, я там каждый день добавляю кучу украшений. Ну, кучу как получится по времени. Это розовый опал с гранатами. Так. Помню я, Валерия, дорогая моя, ты откладывала вот это вот турмалинчик. Скажи мне, что с ним происходит. Вот сейчас я вспомнила, что ты хотела это колечко. И, девчонки, я вам покажу, ну, буквально еще несколько, и все. Вот такой Ларимар остался. Также я его несколько раз уже показывала. Очень красивый и черненый, по-моему, довольно благородненький. Кулон супер. Тоже как-то никто не заинтересовался. Есть у меня по-прежнему три колечка. Вот, кстати, помните лазурит и коралл? Вот они вам вместе смотрятся как. Вот. Можно даже сделать такую. Такую комбинацию цветов. Ну, этот, может, не знаю, насколько попадает. А можно... Да, конечно, нельзя сделать. Видите? Можно на одной руке эти два, на второй это. Получаются одни и те же камни. Ну, а это Ларима отдельно. Все, девушки, на этом, пожалуй, я все свои сокровища вам показала. Вот Болдер опал, который вообще никому не понравился почему-то. Вот тут вот опал внутри. Ну, не понравился, не понравился. Что же делать? Но я вам обязана его показать. Хорошенький. Вот, девчонки, прошу прощения за свой жуткий маникюр на втором пальце. Вот. Я, если честно, как кормящая мать, вообще сплю по 3 часа. Тазик с нами пока что. Будем надеяться, что выкарабкается ему сегодня где-то 12 дней примерно. Вот, но я устала, если честно, конечно, каждые 3 часа вставать его кормить. И не только, это тяжеловато, но прорвемся. Так что вы, не, наверное, заметили по моей такой замедленной речи. Ребят, все, я вас всех люблю, целую, до встречи. И дай бог, чтобы у нас была возможность рассматривать такие чудеса, чудесные красоты такие, от которых у нас только повышается. Ну, у меня, по крайней мере, так точно повышается настроение. Вот. И сил добавляет. Все. И спасибо Маргошке за классную фотографию. И там еще у нее есть фотки. Еще, конечно же, мы будем пользоваться. А ты, Маргош, напиши нам, что это за замок и чем он интересен. Пока, ребят.